Привет всем! Сегодня покажем вам еще один заказ. Это 10 тополей. А еще нам надо будет сегодня снести вот этот вот дуб. Выборочно, в общем, из них пилить будем, прорежать. И все разберем потихонечку. Ярко, привет! Пока Тима там лезет, я сейчас буду делать локалку. Очень нравится мне вот эта косичка, потому что ее не надо вязать, а просто пристегнуть в какой-то из звеньев. Универсальненько. Вот, поднялся я на свой первый тополь среди крон. А вот такой вид у нас отсюда открывается. Вот, это наш киргизский хребет. Горы больше 4000 высотой. Страшно. Руки трясутся. Вот это поза. Ну вот, я и спустился. Первый ствол киданули. Сейчас смотрите, что ствол при падении порвало. Разлетелся на кусочки. Ну, это тополь. Кстати, этот заказ мы тоже доделываем за ребятами, которые вот пришли. Вот этот тополь первый пиланули. И там людям на навесе сломали шифер. Защитку вот эту забора. Вот. Вот они, получается, вот эта часть туда долбанула. В общем, их выгнали, позвали нас. Надеюсь, мы теперь ничего не сломаем. Ха-ха-ха. Ну да, мы ж криворукие. Вот так просто. Вот, ствол валить будет Яна. Расчистила себе местечко. Че, Ян, знаешь, что делать? Ну, давай. Надо завести. Слушай, может, кувалдой? Ага, или топором. Давай, Янка, вали слона! Молодец! Молодец. Как и задумывалось, фундамент не сломали. Вот так вот. Он полетел ровно, потом такой.
Так, второй ствол. Красава. Ты что ли пилить умеешь? Да, прикинь. Я думал, это случайность. Тихо. Так, прошло 2 часа, снесли 3 дерева, осталось еще 7. Сейчас будем подниматься на обзорную гору. Ту-ту-ту-ту. Та-да! Я снимала, и на меня напала пчела. Как будто гигантские бобры были. Раскидали деревья. А, вот же он. Как дела? Хорошо. Я вот по деревьям хожу. Гавкну супер. Слава. Я думала, ты гавкнешь. Гав. Фу. Сделали новый мост. Теперь у нас есть свой мост. Равень. Оп.
Сохранили один как мост. А мы пообедали и продолжаем. Как-то так. Спустился. Сейчас валим дуб. Сделала я вот сюда локалку. Сейчас будем тянуть и пилить. Вот это мы погром устроили. Мы бобры. Вот так дуб лег прекрасно. Далеко от забора. Все. Аккуратненько. Янка, привет. Привет. Ну вот, работа окончена. Деревья поспиливали. И напоследок... Лови сюрприз. Гвоздь. Та-дам! Спасибо, деревце. Что не арматура. Чё ты такой радостный? Ну, я радуюсь, что край... Не арматура? Да, я радуюсь, что не арматура. Я его поверху спилил. Не особо заметно. Всё? Ну вот, работа окончена. Распил нам не заказывали, поэтому мы... Уезжаем. Ну ладно, мы добрую дорожку освободим. Сегодня было классно, здорово поработали, но не обошлось без травмы. Я немного сорвался с дерева и вот... Царапинка. Поясню, что цель спила была не просто уничтожить, а проредить деревья, чтобы они... более потом разрастались и были более аккуратными, красивыми. Ну вот, сегодня прекрасно поработали, за 5 часов снесли 10 деревьев. Если нужны наши услуги, обращайтесь. Пока-пока. Пока-пока.